Так, ну что ж, всем привет, с вами снова Dark Space 96, Михаил, и мы продолжаем проходить игру Stalker Чисто Небо, это хардкорное прохождение на мастере. О, к нам кабаны носятся, несутся. Так, давай отходи, что ли, сколько там, офигеть. Ну-ка, валите отсюда. Ну все, теперь молодец. Мы им вломим. Не высовываться! От кого защищать, интересно, я так и не пойму. От кабанов, что ли, от толпы? Держать оборону! И, наконец-то, пора спешить уже другим на помощь. Так, все, что ли? Тебе нужно что, сталкер? Значит, все помогли, что ли? Или нет? Интересно. Так, ладно. Так, мы отбили, что ли, этот россыпь камней? Отменено почему-то. А в чем дело-то? Не высовываться! Так, что мне карта? О, еще бегут. Ну, помоги, что ли, мне? Где же вы, гады, лазите? Все, отбой! Не высовываться! Рыбацкий хутор. Сейчас мы... Просто ко мне... Чувак, где тебя носит? Ой, да. Развернешься здесь. Ты что, мне надо птичку? Чем мы там с оружием-то? Вот это может пока заменить. Хотя, им патронов немного, ну ладно. Поможет отбиться пока что. Ну все, теперь мы им вломим. Да, все патроны потратил на них. Это автомата. Что ж такое непробиваемый-то? Сейчас один. Русский ко мне провален, да, что ж такое? Я пошел! Эй, ты! Ты не думай, ты еще от нас не ушел! Ой, да, понятно. Так, где еще трупы? Фу, удержались. Какие патроны, интересно? Калибр-то, а, не тот. Мне не тот нужен. 9-9-19 придется искать. Это я обыскивал. Пока что дробовик придется использовать. Так, ну чё, куда пошли-то? Пока следующая цель-то. Блин, патроны где 9-19 найти-то? Непонятно. О, аптечка, отлично. Аптечка — это всегда хорошо. Патроны дробовику особенно. Так, что такое у нас? Тебя, может, зря это взял? О, энергетик, так, вот тушенка, отлично. Берем пока все. О, отлично, отлично, двойку патроны. Это мне не надо. Отлично. Так. Ох, сколько всего. Отлично, берем. Нет, не то. Нет, не надо сильно. Так, это
пустой. Так, ну здесь, по-моему, следовали, видимо. Так. Что-то меня тупит, конечно. Что за глюки? Что-то меня за глюки, конечно, понятно. О, гранатка, смотри-ка. Так, нет, патроны. Нет, не надо мне гранаты. Здорово, тебе чего? Да так, ничего. Так, а здесь, по-моему, ничего нет. Хотя... Мы их сделали, смотри-ка. Так, ну, вы хотя бы... Чёрт, деревья, не мешайтесь, а? Я здесь обследовать хочу все. Давай, давай. Топай, топай ножками. Не мельтеши. Надо все обследовать здесь-то. Смотровышка. О, видимо. Пока все неплохо идет. Бандитами-то. Война. Ладно, думаю, сейчас на базу у нас бегать все-таки. Смотри, хавут хаву. А, вот это. Что ты скажешь? Нас... Точно, у нас уже проводник. Так, ну давай, отводи меня на чистую базу. На базу чистого неба, точнее. Чистую базу. Смешно. Ой, да, хотя, в общем-то, одной серии первым мне там писал один пользователь. Чтобы я там забыл на пропосте одном. Кое-что все забрать там. На котором мы в самом первом задании были. Ну ладно, не знаю, посмотрим. Получится, надеюсь, то. Если надеюсь, то что получится туда сбегать обратно. Музыки. И взять там все, что есть. На этом парпосте. Так, сначала бы надо задание взять. Возвращением, друг. Хочешь поторговать? Так, давай-ка. Патроны. О, как раз те, что надо. Подадим все ненужные. Бинтики, так. Все это мне надо. Так, это же не надо. Нужны поле труда. Ну, у меня модифицированная куртка, так что мне точно не надо. А то к этому уже кончить себе надо. Приобрести их, конечно. Так, эти патроны 9.19. 9.18 продаем. У нас есть 9.19 патроны. Для пистолета, для броневика много патронов. Что еще здесь продать можно? То есть 420 нужно, офигеть. Давай издевайтесь. А, так. Так тоже не хватит. Чё стоит так дорого-то? Птичка, что ли? О. Птичка 300. Так, нормально, вот, ладно. Вот молодец, живой. Хочешь поторговать? Будешь неподалеку, заглядывай. И сохранимся на этом месте. И по-другому еще. Так, сохранились, отлично. Поздравляю, бойцы. Так, тихо. Вы хорошо укрепили свои позиции на болотах. Ух ты. И теперь сможем дать настоящий отпор всем, кто к нам сунется. Следующая наша цель. Смотри-ка, даже без моей помощи так-то сильно они справились. Да, мы помогли им духом. Так, надо бы взять эти тайнички, конечно. Сгоревший хутор. Смотри-ка, здесь они. Ты что-то хотел? Да нет, вообще, чё, блин, не знаю, постоянно где-то бродить, ходить, дайте мне посмотреть все, что надо. Так, тайники всем обычно обязательно. Так, с ренегатами там воюют. База теперь ренегатов, цель основная. Да, рыбацкий хутор захватили, нет. Это нас на станции, по-моему. Орика, здесь тоже они все-таки все заняли, по-моему, да? Вторую церковь. Ренегаты. Сейчас мы направимся в этот тайник лучше сначала. Помесив, как вот нельзя, жалко нельзя. Хотя еще за награду на... Так, блин, здесь мне глюч начало, и его просто мне эта игра уже работает. Так, лаги что-то у меня начались. Приветствую. Хочешь поторговать?
Ага, вот это надо будет сейчас дать. Так, и деньги, отлично. Доброй тебе дороги. Аптечку точно купим. Они нам понадобятся. Бинтики. Бинтики, думаю, тоже сойдет. Граната у него есть, отлично. Хотя антираду еще надо. Хотя здесь так дорого стоит пока что. Даже не буду. Да, тормозит, конечно, не очень. Так, это у нас такой. А, ладно. Так, это им еще надо новикова отдать кое-что. Отдадим пока. Задание некоторым ему выполнили уже. Что у тебя там? Проблемы с железом я устраняю на раз. Все. Но кривые руки, хозяин, не правлю. Ну, как у нас, да как обычно. Запомни, что у тебя там? Ну, так, ладно, лучше. Ни пуха, ни пера. Что-нибудь, не знаю. Детектор, конечно, нельзя улучшать. Так, починить его надо. Станет у него не очень-то. А сколько? 10 рублей? Ну, нормально. Почини. Так, броня установлена. Установлен. Уже модифицировано. Да все уже установлено. Мы полностью куртку модифицировали. Всем, что могли. А, стоимость 100 на год. Модификация ствола. Дальней стрельбы, давай-ка. Удобство обращения с оружием. Надежность. О, отлично. Это пока вообще не надо сильно. Этим не пользуюсь я. Скорострельность, давай-ка. Замена стандартного ствола на облегченный. Точность боя, так. У нас последний, это у нас модификация ствола. Отдача меньше, давай-ка. Что там? Новое задание перевалочное какое-то. Да, что-то миссия лагает так, что, блин, скачет в FPS, вообще непонятно, в чем дело. Здорово, как быть тёртым сталкером. Не шугаться от каждого шороха, оружие... А, перевалочное. Смотри, они, в общем-то, да, занимают. Сначала мы это некуда хочу обыскать. Так, ладно, идем-ка. Блин, только не лагал бы, конечно. Ёпр, что ж так. Что ж так лагает, я не знаю. Эх, и здорово, что у тебя выходит, а? Да, конечно. Не знаю, хуже кого оптимизировано. Тебе нужно что, сталкер? Лично бритом не летало хотя бы. Да, блин, что же это такое плохое? Да уж. Черт, я дерево. Вот. Почище сохранять, чтобы тут лично не бегать. В этой игре лучше так делать. Чем это не придется оно бежать этому тайнику. Быть готовым ко всему. Там они, наверное, уже отбились от этих бандюков, мне кажется. Или нет. Или там всех перебили. Я сейчас, конечно, не сюда надо бежать. А к тайнику. Успеем, поможем этим. Никуда они не денутся. Ни бандиты, ни чисто небо. Так, тайники сначала обыскать стоит. Сохраняется почаще надо будет, мечты. Расслабился просто. Это здесь тайник есть. Вот он. Так, уже виножество все кончилось. Так, вот он, тайничок. Два антирада там. Отлично. Сохранимся-ка на всякий случай. Сейчас думаю, стоит направиться-ка. Так, нет, не это. Сюда бы. Пометить. Тайники вот нельзя помечать. Помечать это плохо.
Так приходится каждый раз на карту смотреть. Там где-то в другом месте обход есть. Фу. Так, где здесь проход должен быть? Снова выносливость, все закончилось. О! Ну вы издеваетесь, что ли? А их что-то с двух патронов не убивает, как кабанов что-то. Ничего, пуль пробиваем, что ли? Ёпросто. Готов, скотина. Не лезьте больше на меня. А ну-ка валяй отсюда лучше. Вали. Ой, на вас патрон надо тратить, чёрт возьми. Хорошо, раз они нас боялись. Даже не ввязывались в битву. Так, что-то у нас там здесь еще есть там. Туда ли вообще бегу? Да, туда, кажется. А, блин, радиация еще не хватило, подхватить ее. Так, хотя нам как раз туда и надо. Здесь как дела-то? Просто ко мне, а, здесь, наверное, уже все перебиты полностью. Весь отряд перебит. Так, а вон туда же нам надо. Точно, так что туда бежать надо. Никого нету здесь. Сгоревший хутор. Рыбацкий хутор. А, вот сгоревший хутор. Да, сейчас очистим. Щелтоники поищем. Потом же, так, где-то они здесь. Только как до него добраться, интересно. Это большая загадка. Так, вот здесь на свои, отлично. Где он может быть, Таник-то? Поймешь, где его искать, Таника? Может, дойдем сейчас до него. Ай, куда все делись-то? Ау. Ох ты, что здесь лежит? Там, наверное, ничего нету. А, вот он где. Вот, отлично. Колбаска-то хорошо. И аптечка тоже. Патроны. Дробовику тоже хорошо. Да, где же метод Таник, кстати, искать, а? Где-то он здесь вот. Болото не хочет идти. Радиация высокая. Ну ладно, сходим-ка с Таником все-таки. Вот он. Что такое? О, аптечка, отлично. Теперь у меня птичка вообще из 13. Так, посмотри, что там у нас. Что, сгоревший хутор, не надо спождать уже. Блин, еще один Таник появился. Это что за сейф камеша какой-то. Болотный пень. Радиация, радиация. Хотя не везде, наверное, радиация там царит. Только в отдельных участках этих болот. Думаю, можно и опасаться. Привет, сталкер! Ну да, привет. Энергетику, о, сколько всего. Так, как дальше подвинуться-то, пройти-то? Так, мне надо дальше идти, думаю. Здесь оставайся, я пошел. Там на станик еще один есть. Надо два. Сейчас захватим.
спине что-то. Бинты, ох ты. Хороший тайничок. Так. Теперь к этому камышу надо еще переть. Ох, блин, это что такое? Нет, я туда побегу-ка. А что, кровосос, что ли, кого-то звук издает? Что, меня родят, что ли? О-о-о! Что такое вообще? Ничего, кровосос, что ли? Да вы издеваетесь. Я не туда смотрю, кажется. Не в ту сторону надо. Хе. О, блин, здесь все гордятся-то, ёпросто. Зашкалит просто. Так, а что там побежали? Куда-то побежали? Механизаторский двор. Ну туда надо идти. Ох, сука, здесь. Это что за хрень? Чё, как раз этих перебили, что ли? Так, давай-ка, вытаскивай. Ещё артефакт найдем еще. Марика Монолитовец. Какого хрена здесь оказался? Тайна? Граната? Да вы чё? А здесь-то ничего нету. Так, куда мне тайник-то пилить? Вон ту сторону надо бежать. Я вообще не туда прибежал, кажется. Да, вот сюда. Через болото придется. Радиация, да. Еще зараза. Это они к вот той стороне вообще удили. Где-то здесь вот. Жалко, фактов, конечно, сложно найти. Не пищит. Так, ладно, детектор наш. Где-то он другой в той стороне. Самая бежимка. Во. Где-то здесь явно. Это вот, да, сюда идти. Здесь кровосос еще при этом обитает, офигеть. Я вот не помню, чтобы я там кровососами с болотами, в болотах на кровососами, с кровососами воевал, наверное, на этих болотах, на первой локации. А, вот он, сейф. Да что такое? Да блин, что не хочет ящик-то открывать? О. Это не мы... Да, наверное, не модифицированный, как у меня. Ну да. Так что это не убойный. Продать только потом. Возьмем-ка. И сохранимся еще раз. Так, теперь надо сюда валить. То куда именно? Вот сюда хотя бы. Марика, сгоревших утро не заняли. Регата все меньше и меньше остается. Таким образом. Они теперь только здесь еще есть. Ников-то сколько? И это место, и вот это еще. И там. Ников-то сколько, ёпрста. Так, теперь надо... Блин. Не сюда бежать, а вот... Обратно бежать. О, в этих болотах просто... Блин. Там радиация только что... Подхватишь и все. Это просто никуда. Как мне тем самым вернуться? Не в эту сторону именно. Точнее, вот сюда. Давай-ка. И куда я сунулся вообще? О! Нашел. Кажется, возвращаться. Так, 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 так. Сюда, что ж, правильно иду, кажется, да. Ох, да.
заблудиться можно в этой локации. Надо теперь к другому тайнику бежать. Потом уже разберемся с этими ренегатами. Игра все-таки. Ну, сюда мы что потом точно не вернемся, когда уже попадем в другую локацию. Так, ладно, остановить надо еще. Так, у нас, по-моему, есть и энергетика. Как раз выносливость восстанавливает. Да, она, в общем-то, с ту сторону лучше. Так, когда мы с где дела? А, дела нормально так-то. Так что помогать точно не надо. Да или никак-то посмотреть-то на карте, там... Они с их базы только находятся. Там, по-моему, 3 или 4 базы осталось занять. Так, вот как раз возвращаемся на ту рыбацкий хутор, отлично. Жалко, детектор не мигает, что-то, видимо, артефактов здесь, конечно, вообще по нулям. Вот здесь отлично у нас большая база. Так, а попасть куда мы можем? А сюда, конечно, нет, здесь-то никак. Если он проводник, вот еще где. А, они идут уже к базе. Надо тоже потрапливаться-то. Помочь им. Так, а ну, нам надо в ту сторону бежать. А, тоже помогать надо бежать. Это что за... Ох ты, кабанчик, а ну-ка вали отсюда. Ты не на моем пути не встретился зря. Не дробовик были прокачаны. Так, это что ли? Чё на вышке, интересно? Так, погоди, это же не тот ли? Парпост, который я... Нет, не тот. Там фургон, по-моему, был, по-моему. Да все по-другому выглядело. Где тут варпост-то, интересно, искать мне? На котором я уже был. Да, бегу правильно, вот церковь-то. Заброшенная старая церковь. Сейчас мы туда побежим. Там у нас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сзади что-то бежит. Я уж побежал-ка. Так, наши здесь. Отлично. Собследуем эту локацию пока что. Так, тайничок есть. Потом поможем с ними чисто в него разобраться. Так, вот что-то, сука, здесь радиация-то. О, антирад, спасибо. А хотя, по-моему, антирад... Так, хотя... Нет, так, сильно мне радиация интереснее нет. Так, отлично, здесь хотя поищем, перед тем, как уже идти тут в другое место. Да, они там воюют. Это Никита, в следующий раз он ближе к северу, в локацию. Вот он еще тайник. Нам как раз в ту сторону идти. Сначала, думаю, мы облазим-ка эту локацию. Все-таки. Оружие, надеюсь, не надо убирать. У вас что-нибудь полезное есть? Хотя вряд ли. Так, погоди, что на лестнице? Тебе так, чего надо-то? Да нет, что так... Полазить, осмотреть локацию, можешь им тайники найдем. Так, давай залезай. Да нет, здесь ничего нету. Так, а там у нас еще. Что-то он не хочет лезть-то. Во. Да блин, что-то. Что-то там, видимо, нет ничего. Мне кажется. Ничегошеньки нет. Было бы. Ой-ой-ой, кровотечение-то. Это серьезная вещь. Нормально сойдет, все становится. Давай колесницу забирайся. Не хочешь мне больше падать уже. Приземляться на пятую точку. А там что-нибудь полезное. Не знаете? Вряд ли, наверное, знает. И этот же путь... А, хотя вот он. Что-то в этих ящиках вообще ничего нету, вот что странно. Зачем вообще-то там разложили? Так, пищайте. А здесь больше ничего-то полезного нет, наверное. Так, ладно. Отдайте на помощь им, там они... О, да, херово у них там дела. Что-то
к этому как попасть вот. Нагорев шкутер-то можно, интересно? Хотя мне-то не вот он. Коллега на болотах. Посмотрим, куда нам идти надо. В ту сторону. Ладно, пошли туда. Сохраняемся и побежали. Так, вот проход. Отлично, есть. Ох ты! Мне вообще ту сторону надо, кабанчик. Не пропустишь? Наверное, нет, хотя. Надо бежать на помощь нашим друзьям. Так, вот вижу, бегу как раз к этому, тайнику, сейчас потом же направимся в базу ренегатов освобождать от бандитов. Да, сказал, конечно. Базу ренегатов от бандитов освобождать, это теперь самих же ренегатов. Еще один монолитовец. Да, интересно, как они все вообще появились. Ох ты, сколько там аномалий-то. Электрических. Еще один. Из чистого неба. Так явно пустой, тут у кого-то обобрал уже кто-то. Да ниточки. Так где же ты-то никто? Это здесь вот. Блин, аномалии электрические. А вот он. Тайничок так. Что ли? Это здесь он должен быть. Ох ты. Ой, радиация, радиация. Давай-ка. Ох. О, хорошенько, хорошо. Так, погоди, тайник. А, тайник я не весь взял там. Было ружье еще, хотя у меня ружье-то модифицированное, дробовик, так что брать не хочу. Это что за такое? А, это действие лодки на главного героя. Так, пора базу ренегатов очищать. Думаю, тогда. От ренегатов. Костюм с модифицированным, не должен, думаю, так много пуль пропускать, урон наносить мне. Так, ладно, идем на базу ренегатов. Так, а вот он, что ли, база ренегатов-то. Ну да. База ренегатов, так. Да, бой. Так, а, тайник взял, точно. Тайник я взял. Хотя взять можно было ружье продать потом. Проводник здесь, можно будет вернуться потом, думаю, на базу. Так, ну да, придется одним, видимо, выкашивать этих бандитов. Поздновато я пришел. Та группа, которая чисто не понаправляла сюда. Его уже всех. Так, это кто, с кем они там перестреливаются-то? Я думал, там всех уже перебили. Давайте-ка стелсом действовать. А-ля стелс Сэм Фишер. Ты куда пошел-то? Ты что, идиот, что ли? Спасибо за батончик. Я его потом съем. Давайте вам гранатки не может. Вам будет, знаешь, как весело. Особенно как мне.
обои что любила? Ого! Где пура? Потом где 19? Вот они. Пистолеты. А вот как раз наше чисто небо. Кто там вообще стреляет мне? Мы захватили логово Эрика. Теперь дело за малым. Всего что? Установить контроль над тропами, ведущими на болото. Слышь, пацаны, это мы! Пацаны, вы что, поссать ушли или чё? Или чё, наверное. Спасибо, что помог! Обязательно загляни к нам на базу! А, вот он. Это база ренегатов, да вы издеваетесь, всего 4 этих было. Ха, я думал там будет 500 штук этих бандюков-то. А это всего 4 бандюка. При этом 2 глюканутых, точнее 1 глюканутый там вообще меня не стрелял. Двое там, я обоих двоих там гранаты уложил. Третий с пистолетом был, да вы издеваетесь, чё за... Какие-то не базы бандюков, какие-то базы этих... юных туристов. Точно. Что-то уже. Там ничего, наверное, нету. Да достать я его не смогу, черт дери.